Узбекско-европейский шелковый форум прошел в Австрии. В нем участвовало свыше 300 представителей европейских компаний. Столь высокий интерес к сотрудничеству в данной сфере объясняется растущим спросом среди зарубежных потребителей на шелковую продукцию Узбекистана. Более того, на форуме в Вене прошли и переговоры относительно перспектив инвестиционного сотрудничества. Подробности далее в программе. Шелк – один из самых удивительных и экологичных материалов. Поразительно прочный, вместе с тем нежный и тактильно приятный. Модельеры используют эту ткань для создания нарядов, которые покоряют модниц и подиумы по всему миру. Произошло это и в Вене, где наши дизайнеры организовали показ мод традиционной и современной одежды из шелка. Чтобы ознакомиться с продукцией под брендом, сделанной в Узбекистане, на форум специально прибыли производители шелковой продукции из Италии, Испании, Германии, Австрии, Венгрии, Словакии, России, Турции и других стран. Я впечатлен темпами развития шелковой промышленности Узбекистана, которая имеет многовековые традиции со времен Великого шелкового пути. Сегодня ассоциация Узбек и Паксануат, итальянские компании, специализирующиеся на производстве шелковой продукции, договорились об углублении сотрудничества. В этих целях мы в скором времени большой делегацией посетим вашу страну. Сегодня Узбекистан является третьим крупнейшим производителем шелка в мире после Китая и Индии. Наша индустрия получила огромнейший импульс для комплексного развития на основе создания единой полноценной организационно-технологической цепочки. Между Узбекистаном и Австрией имеется огромный неиспользованный потенциал для обмена опытом, и австрийские компании были бы заинтересованы в различных форматах сотрудничества, включая трансфер современных технологических решений и производство современной одежды из узбекского шелка. По итогам форума были достигнуты договоренности по проработке вопросов экспорта шелковой продукции Узбекистана в страны Европы. Кроме того, достигнуто соглашение о начале работы над созданием специальной платформы по развитию экспортного потенциала шелковой промышленности региона Центральноазиатской Европейской ассоциации шелка со штаб-квартирой в Ташкенте.